Приехали в Орешеково. Я как настоящий турист с бородой. Новый год из стаканчиков сделан, снеговичок. Уже сейчас полчаса пройдет. Ой, ну и ничего страшного, подождет. Магниты вот самые дешевые, я на той стороне, где его машина стоит, брала. Ну что, будем заходить, эту маску смотреть? Да. Маску? Да. А где маска? Ну это надо заходить, искать. Привет. Давай, шустрее иди. Здравствуйте. А футболки сколько стоят? 350 есть, 350 разные. А большие есть размеры? Конечно, есть, можно посмотреть. Да. Дорогие. Тут мне слоника не дали, Олег, за 200. Вот этого слоника. Размер какой, 20? Вот, большой. И цвет какой-нибудь темный, темный. Темный, не белый, но белый. Черный, черный, красный. Black. Если фон будет, ну что? Страшного. Вот, черный фон. Ну, они все с рисунками. Вон просто 3D есть рисунки. Ну, выбирай. Вот я на показ. Тихо. А без нового пишет. Без рисунками. Да. Нет. Ну возьми-то слона. Одно бери, одно. Красиво. Голова напишена. Нет. На работу работать. Да. На работу. Тихо, растите, что написано. Глянь, здоровая, зато хорошая футболка. За 200 отдадите. Это размер? Да. Я не взял 200. Рубашки надо такие? Полосатые. Да рубашки его размера нету, небось. Тебе размер есть, мне. А сколько же рубашки стоят? Какой? Вот такие надо, я вот такие сложу. Не, вот такие полосатые сколько? Вот это стоит. Размер какой? Тебе 2X, да? А сколько стоит, вы скажите? Меня миллиард раз, наверное? Сколько? А? Нет, она 300, наверное. Да. Не надо, не надо, не надо. Спасибо. Ну, футболку брать за 300. Давай одно бери, нет, красиво. Нет. Одно. Давай за 300 футболку. Нет. 300 футболку. Давай, бери. Да давай. Вот это сколько? А я не...